Thank you.
еще раз всех обманешь. Пригласи сюда Владимира Шляпина. Генеральный директор Ордена Света. Друзья, проходите, пожалуйста. Всем добрый вечер. Меня зовут Шемякин Владимир. Я речь готовил, но когда сейчас сидел, смотрел, понял, что официальные речи здесь не нужны. Я хочу поблагодарить вас за эту сказку. Низкий поклон вам, дорогие, потому что в такой беспрецедентно короткий срок сделать такое волшебство, я просто потрясен, удивлен, восхищен. Я хочу сказать, что эта чудесная сказка достойна манежей самых лучших цирков страны. Спасибо вам огромное. Хочу поздравить персонально товарища Антонина Данилова. Это просто большой коллектив, который будет делать результаты. Спасибо.
Вероятно, главного режиссера захватили артисты. У нас сейчас через 5 минут должно начаться расписание. Небольшое обсуждение увиденного. Я так полагаю, что все остались, готовы принять участие. Нам это очень приятно.
буквально через 5 минут. Трансляция у нас идет. Мы прерываем ее или нет? Или ищем Квитковского? Олег Соломонович должен. Лаевский, он знает. Скажи мне. Хорошо, тогда, пожалуйста, на манеж. Выйдите хотя бы. С началом, Таисия Анатольевна. Я на. Кто встречает гостей в ресторане? Не знаю. Юра, потом. Юра, все разошлись. Так нельзя. Там все просто ушли, потому что... Где мы забыли? Ну, сказать, что... Максим. Мальчик. Повторишь? А вы, Юрий Юрьевич? Катя, все ищут. Все ищут Олега Соломоновича. Все увидела. Сейчас мы дождемся артиста. Вот музыку можно отключить? Просто это, ну, некая дискуссия после спектакля. Продолжение следует...
Продолжим. Микрофон один у нас, нет? Есть еще микрофон? Ну, отнесите микрофон. Мы можем отсюда говорить? Да откуда угодно. Да нет, лучше микрофон. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Ритм» и «Дэйл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 
Очень признательна
Спасибо, Роспуску. Здравствуйте. Ну, могу сказать, что я действительно театральный критик, и на этом шоу, на этом спектакле я разговариваю с Дарьей, я смотрю с одной стороны цирк, и его я смотрю как совершенно неискушенный зритель, меня многое удивляет, я боюсь, мне страшно, мне интересно. Мне весело, и, в общем, весь спектр таких настоящих физических эмоций. А с другой стороны, есть театральная часть, к которой я отношусь гораздо строже, и под которой у меня, конечно, много соображений, с одной стороны, потому что я очень болею за эту интервенцию, если можно так назвать, театральных режиссеров, классический цирк. С другой стороны, действительно, хочется, чтобы дальше спектакль от шоу к шоу, это, не знаю, симбиоз, сплав или какой-то диалог, да, наверное, даже скорее диалог цирка и театра, вот он уточнялся и происходил интересно. Что касается сюжета, конвы, истории, как я это ощущаю, как мне показалось, мне бы было достаточно, если бы мне вначале не зацепили как тему, как направление для моей фантазии. Дальше я бы, как зритель, сама вплетала ее в номера. Да, мне кажется, воображение так работает. Пояснений, да, конферанса, рассказа вербального было бы чуть меньше. Но это вот, чисто мои такие впечатления. Потому что иногда этот конферанс надолго пропадал, и я как будто бы о нем забывала. А потом конференции приходилось заново брать на себя внимание, напоминать, кто он. А в сюжете, да, в сюжете для меня иногда теряются мать и отец. И здесь опять-таки я бы хотела, чтобы режиссер и театрцы, может быть, выделили их не текстово, опять-таки визуально, средствами цирка, средствами, не знаю, визуального театра, чтобы я не забывала об этих персонажах. И последнее. О чем говорила Ирина, для меня действительно тоже самый фантастический, самый какой-то волшебный момент, это был момент появления слона. Для меня, неискушенного зрителя, слона совершенно без дрессировщика, да, слона, не знаю, метафору этого поиска, который я вижу в шоу, в спектакле простроен, да, я вижу, что героиня идет через разные цирковые дисциплины и как бы ищет эту свою мечту, и как бы пробует разное, пробует на шаре, пробует еще много всего. И вот слон, и случается эта встреча, и я
волшебству. Так вот, это такая важная и финальная кульминационная встреча. Вот предыдущий слон, который кукла, который механический, для меня он как бы, ну не знаю, это астрология, кто для меня этот слон, эту встречу продает и вот здесь не работает. И еще есть какие-то театральные вещи, которые, может быть, могут дальше в потенциале работать и влиться в цирковое представление, но сегодня они проигрывали цирку. Это вот теневой театр, да, в Шире, да. Его пришлось предварить таким, не знаю, текстом, опять-таки, конференции, что сны бывают разные, бывают вот такие. И почему-то из-за этого предварения, из-за того, что сам он не выглядит так чудесно, как, я думаю, было задумано в замысле, может быть, будет. Кажется, что здесь вставной номер, хотя вроде бы всего церкви номерная структура, но кажется, что этот номер, ну, какой-то пока чужеродный. Вот такие впечатления. При этом действительно для меня история сложилась, и встреча цирка и театра состоялась, я думаю, что таким образом вы вербуете и еще и нас, театральных зрителей, будете зрителями цирковыми. Большое спасибо. Расчетливо, холодным глазом, да, и от этого теряется вот какое-то восприятие, да?
Лев Сиковский, пожалуйста. Добрый вечер. Во-первых, я действительно рад, здесь много лиц театральных. Это какое-то такое движение навстречу идет сейчас взаимное, потому что на театральной сцене мы все чаще видим цирк, видим новый цирк и так далее, и так далее. И сюда цирк приходит все больше людей театральных. И, наверное, это неизбежно, да? Почему это сейчас происходит? Наверное, потому что цирк, в общем-то, искусство старое, казалось бы, что тут можно изменить. Это такое постоянная демонстрация совершенства человека. То есть если в театре мы театр исследуем человека, и театр, и цирк, и вообще любое искусство, всегда исследует человека. Но если театр это говорит там, об эмоциях, о внутреннем мире человека, то цирк говорит о каком-то понял. Микрофон куда немножко. Нет? Нет, Нани. Я просто зову Нану к себе, выключи. Все, понял. То цирк говорит о совершенстве человеческого человека физическом. А то, что человек способен на чудо. Это все время постоянная демонстрация чудес. Человек может смыть куда-то ввысь и не разбиться. Человек может ходить рядом с альбом и не быть съеденным. Человек может все, абсолютно. Но всегда в любую эпоху в то же время цирк – это еще и идеология какая-то. Если когда мы говорим о советском цирке, там это все было понятно, что к чему это было, что это сверхчеловек. Советский человек может летать в небеса, может лететь на Луну, как в фильме «Цирк» и так далее, и так далее, и так далее. Но сейчас это уже не работает. И то, что делает Полина в этом спектакле во многом, это абсолютно другая, новая идеология. Это речь здесь о том, что да, человек совершенно может сделать все, что угодно, но для кого? Для чего? Вот цель всего того, что здесь происходит. И эта цель – это сделать, рассмешить, спасти человека совсем маленького, ребенка. Собственно говоря, главный фильм цирка всегда во все времена – это ребенок. И здесь то, что происходит, собственно говоря, вот по рассказу Куприна, это там сюжет совершенно такой, тоже такой архетипический, сказка украинская. Это, в принципе, сюжет о древней семье. Да? То есть девочка болеет, не смеется, и вот-вот умрет, и вроде бы ничего такого, ничем она не больна, говорит доктор, но просто у нее есть равнодушие к жизни, говорит ей доктор. И здесь происходит вот именно это, что как ребенку показать это вот все и рассмешить, и показать какие-то чувства. Мне кажется, что здесь вот Полина, она немножко пошла по такому пути сразу. Если там доктор говорит в рассказе Куприна, что ребенка надо постараться лечь, то здесь сразу речь идет о мечте, о каком-то сне. И она пошла через сны, через мечты. Это не цирк с его грубостью, потому что цирк, он всегда, в каком-то смысле, он груб. Здесь пахнет животными, здесь есть акил, в принципе, это довольно грубая штука. А тут такая мечта о цирке. И вот через это пошла Полина делать цирк, идею цирка какую-то, да? Мне кажется, это интересно по замыслу, по воплощению немножко по-разному, я во многом согласен с тем, что говорила Оксана. Здесь совершенно сознательно, может быть, если вот я говорю уже о театральном спектакле, я бы, может быть, там налил претензии, что вот вот какая эклектика, что вот не выдержано все в одном стиле и так далее, и так далее. Но здесь мы имеем дело с цирком, где действительно
всегда все разбито на номинальные структуры, с этим ты ничего не сделаешь. Это всегда будет последовательность разных жанров, разных артистов и так далее. И здесь мы видим, что и визуально тоже полная мешанина, абсолютно полная эклектика. Эклектика начинается все там с здесь, как происходит там, после 19 века, вот это мая, там, я не знаю, что тут же везде. И Малевич выходит, там, кто там выходит, Низенбург, Нинас там выходит, в серии Малевича одеты, тут же везде и панк, тут же и, я не знаю, какие современные шоу, конечно, здесь не вспоминается сразу спектакль, шоу «Алиса в стране чудес», потому что здесь прямо заимствования такие вот есть визуальные. Английское шоу «Алиса в стране чудес» и то, что говорил Роман Федорович Достоевский, это спектакль про Алису. Тут же и полет на кровати, тут уже какой-то стимпанк идет, да, потому что тоже здесь идет какая-то совершенно другая история. В общем, здесь намешано все, и в общем, я, честно говоря, не стал по этому поводу особо сокрушаться. Мне кажется, что это нормально. Вот. В целом, мне кажется, это такой первый опыт, первый спектакль из обоймы новых представлений Роскосцирка. И мне кажется, Роскосцирк на правильном пути. Я думаю, что это все будет продолжено и интересно для них. Спасибо большое. Я думаю, на самом деле, вот это противопоставление, как сказать, театральное.
процесс будет существовать, всегда будет. И тогда не знают, что это, и будут стремиться. И больше знают, что делают, и вперед, и назад. И в этом есть какая-то ава. Другой должен быть, не должно стать самоцелью. Да? Не должно перекрывать мысль, и идею, и попытку движения. Да? Это сами все равно найти какие-то новые формы. Да? Но трюк-то не потерял, трюк-то не делают. Да? Вот. Мы где-то остановились на каком-то этапе именно на трюковой части. Почему? Ну, потому что социум был такой, когда для социума было действительно интересно, как он сейчас не прозвучал, что советский человек самый, так сказать, мощный человек в мире, да, ему все подвластно и прочее. Это действительно была идеология у нас, все искусство тоже идеология, вся культура. Вот. Но я думаю, что и трудовая, и смысловая часть церкви, они должны самооплодотворяться и развиваться параллельно. И тогда будет вот тот самый идеальный консенсус, да, когда мы сможем говорить о советской, российской школе церкви, да, вот как одной из лидирующих, так сказать, школ на нашей планете. Спасибо. Я тоже бы хотел чуть-чуть возразить, хотя бы это возражение, что это уже осуждение, действительно, это называется основанием законом и полностью возражение. Мне кажется, что мне это сломалось. Что у меня юбка, конечно, содержание может быть и юб. У тебя есть слабость юбок.
прямо в части просто эстетики. И вот здесь Полина пошла путем метафорической режиссуры. Буквально два эпизода, которые делают, ну, драгоценные, которые делают эстетику, называемые для меня, это эпизод с самолетиками, когда отец пускает самолетики вот с пьедестала, и летчик летает героически над главной героиней. И когда клоун бежит за всеми, двери закрываются, потом закрываются все его толпой избирать. Вот эти маленькие режиссерские детали, они метафорические, они не артистические, не актерские. Они делают как бы персонажи для меня. Еще, конечно, визуально просто пьющество, надо даже просто грандиозный шляп, чашку вот этих вот пролитых или сахарочки. Интересен, и чтобы
вот как сегодня этот зал, который был, я не знаю, четверть заполнен за ковид, чтобы нам такого больше никогда не видели, чтобы были только шаги. Вот. И я бы еще хотела попросить подключиться к дискуссии наших прекрасных хореографов, потому что нельзя недооценивать их работу здесь. И сама задача, которая была изначально поставлена, да, так как обычно говорит Полина, но так как Полина сейчас не участвует в дискуссии, я позволю себе сказать, что обычно говорит Полина, что было важно уйти от традиционного использования балета в цирке, когда номер выход балета, номер выход балета, как бы интегрировать балет, глубоко вести его в канву спектакля. Вот. И поэтому я сейчас передам нашим прекрасным хореографам слово. Вот. И касательно того, что мы сегодня увидели, каждый раз, когда мы смотрим, у меня есть какие-то новые мысли, какие-то вот, ну, действительно, вы были правы, все те, кто говорит, что цирковой спектакль требует полгода для того, чтобы он обрел какую-то свою финальную форму, мне кажется, это имеет место быть. Но при этом, мне кажется, что это действительно фантастика, то, что вот такую работу удалось проделать за 2,5 месяца, и здесь огромная заслуга всей команды, которая просто убилась здесь, и артистов, которые тоже просто все полегли, реализовывая все эти задумки, и коллектива цирка, потому что, да, все то, что мы раньше считали, как вы думали, ну, то есть мы не то, что считали, мы просто не знали, что, да, ну, форма, это очень важно, или, там, нельзя, вот в цирке нельзя недооценивать работу никого из службы, потому что это все критически важно, и от этого действительно зависит целостность восприятия. И сегодня нам удалось то, что, например, вчера нам не до конца удалось узнать, что все будет работать дальнейшем. Я передам вам. Спасибо. Спасибо. Я целый ряд расскажу, но, может быть, потом дополнит. Конечно, для нас это такой невероятно крутой опыт, не только как мы интегрируем свои знания в новую для нас искусство, да, я повторюсь, но и те задачи, которые мы ставим внутри вообще цифровой программы, потому что вот это одно из главных, наверное, таких важных для нас состояний было переживание, потому что даже те тренинги, которые мы делали по утрам, или артисты, мы начинаем с тренингов, вообще если нашу подготовку, потому что крайне важно было, чтобы мы нашли некий ансамбль, некое совместное дыхание, с которым мы потом будем работать. И вот что важно, что это не только театр, там приходит в цирк, или там современный танец, например, когда нас приходит в цирк, и там какой-то другой жанр видео приходит в цирк. Для нас крайне важно было только такая интеграция, но для нас была важна интеграция еще внутри самой программы, чтобы из номера в номер, когда артист чувствует дыхание всего целого представления, а не дрейфует между как бы номером к номеру, да, дальше идет. Сейчас высокие требования, потому что артисты прекрасно владеют своим телом.
голосом, вокалом и так далее, и так далее. Вот то, что хочется тоже путь, который стараются защитить в цирке, когда артист становится универсальным, когда акробаты прекрасно двигаться и выполнять невероятные вещи вместе с балетом, а балет умеет жонглироваться все думают, что там номер с кровати, это цирковой номер, это там цирковой, этот прошлый номер, но это не делают ребята с балета, которые вообще оказал только акробатический канал, не имеет никакого отношения. И вторая моя мысль, я повторюсь, я говорил ее уже с ребятами, проговаривал, что очень крайне важно, да, вот говоря о каких-то традициях, условиях, ребята, мы рады вас видеть в любых городах нашей
нашей страны. Теперь, что касается спектакля. Великолепный спектакль абсолютно некоммерческого формата. Я убежден, что этот спектакль не просуществует и полгода. Не просуществует. Господа критики, господа театралы, мы, цирковые люди, живем в совершенно других условиях. Вы работаете стационарно в театрах, используете бюджет. Мы гастролируем по всей нашей необъятной родине, и с нас постоянно требуют коммерческого успеха. Я убежден, что этот большой, мощный, тяжелый в плане финансовых затрат спектакль не осилит ни один региональный город нашей страны. Если вы готовы со мной поспорить, берите этот спектакль в свой коммерческий прокат. Докажите мне обратное. Возьмите свои деньги, вложите в рекламу и покажите заработок от этого спектакля. Потому что сегодня перед компанией «Росгосцирк» Министерство культуры ставит именно такую задачу. Все должно быть коммерчески оправдано. Мы с вами можем создавать любые спектакли. Я рад тому, что компания «Росгосцирк» заявила 12 премьер в этом году, если я ничего не буду. Но изначально подход к построению спектаклей должен быть из коммерческой точки зрения прежде всего. Прежде всего. Я бы очень хотел, может быть, родители детей бы немножко дисциплинировали, как-то у нас в цирке и это не принято. Когда у нас проходит собрание, вот такого хаоса на наших собраниях не бывает, но может быть это театральная встреча. Если для вас это приемлемо, то для нас, наверное, нет. Я сейчас кучу врагов себе здесь наживу. Но я обещал говорить правду. Лука, подойди сюда. Я тебя просто не играю. Мы же собрались по взрослому делу, собрались, да, правильно? Конечно, меня удивляет факт того, что мы обсуждаем спектакль без главного режиссера. Я не знаю причину, по которой ее сегодня нет. Я надеюсь, что это не здоровье. Потому что если человек болеет, это плохо. Если у него какая-то другая причина, то это неправильно. Не быть на премьере, мы с вами здесь, а главного режиссера нет. Но при всем при этом я бы очень хотел пожелать этому спектаклю здоровья, счастья и будущего, в которое я пока не верю. Пока в коммерческое будущее я пока не верю, потому что у нас была возможность в антракте разговаривать друг с другом. Здесь есть ведущие цирковые продюсеры, и я всем задал вопрос, готовы взять спектакль на прокат? Все сказали нет. И, может быть, стоит вот сейчас в этой форме немножко подзадуматься над этим. Может быть, где-то придется оптимизировать, потому что расходы на этот спектакль еще предстоит, как мне сказали, еще нету ассистентского цеха, который будет собирать, разбирать, ездить, ухаживать за лампочками. Его просто нет, это дополнительные люди. Это еще в этот спектакль дополнительные расходы пойдут. Поэтому, пожалуйста, обратите внимание, просто очень бы хотелось, чтобы хороший спектакль, где собраны хорошие, сильные артисты, где представлены очень крутые дрессировщики, не хотелось бы, чтобы мы впустую опять просто потратили деньги и личное время. Я это воспринимаю как личное время, потому что знаю большую часть этой группы лично, здесь мои друзья. Извините за резкость. Я критикую только потому, что желаю всегда лучшего. Ни в коем случае это не связано никак с ревностью, никак не связано это с нежеланием признавать чужие успехи. Я очень рад началу этого движения. Я приехал скептически настроенным, но команда под руководством главного режиссера меня сегодня удивила в хорошем смысле этого слова, сюжетом, актерским мастерством.
не только главных героев, но и всей группы вы расшевелили акробатов, которые с трудом иногда улыбаются, мы это знаем, но вы сделали громадный объем работы. Спасибо вам большое, спасибо отдельно балетмейстерам, спасибо отдельно музыке. И ходы хорошие придуманы живым оркестром, и фонограмма качественно прописана. Две вещи, которые я запомнил, простите, заканчиваю. Значит, мне показалось, что слабый финал первого отделения, прорвать как театральный ход хороший, но как цирковой не использован. Не использован. Туда надо что-то добавлять. И по атмосферному насыщению второе отделение чуть-чуть слабее первого. Супер начало кроссовок и великолепно вытаскивают субпрограммы в конце слоны. А в середине самого спектакля, второго отделения, ездит одна кровать. Туда-обратно, туда-обратно. То есть то количество декораций, которое было использовано в первом отделении, оно очень сильно перекрывает, на мой взгляд, второе отделение. Спасибо большое и рады. Я записываю свою работу, но все равно я говорю, что такое в группе первый.
волнует, честно скажу. Скажи одно, если это перейти особо, насколько я понимаю, да, свой конфликт, то я все видел в разных вариантах. Индила, Тайского Великана, много-много разных вариантов. Это всегда грандиозно, это лучший рацион нашего российского, советского и, наверное, мирового абсолютно интересного, потому что не много ресурсов заранее, то темп питания ресурса, который присутствует в этом рационе с этим животным, имеет, наверное, не угадан. Поэтому сегодняшний версии девочка письмо, безусловно, это уже сверх прорыв того, что было связано с первым крупным слово, как он самостоятельно совершенно может посторонний и посторонний важный девочки из перспектива, но все-таки это не Андрей, это не Настя. Хочу, безусловно, сказать огромное спасибо компании «Росгосвир», моя любимая компания, где до сих пор работаем мы, хотя я там еще не работаю, но то, что вы начали делать то, что не делалось давно в компании, это уже очень хорошо, это нельзя не признать. Огромное спасибо всей команде, творческой, хореографам, замечательная работа балета, она была видна нам точно, мы сидели с моими артистами, здесь присутствует моя артистовая коллектива. Безусловно, я очень рад, что у компании «Росгосвир» штат, если это штат, вернулся один из лучших парковых полетов в этом жанре, в провинции, и они меня очень порадовали, потому что я видел разные варианты этой работы. Это один из лучших парковых полетов нашей страны, безусловно, если я не буду компании, это очень хорошо. Вот и жанры, которые мне очень порадовали, хорошие жанры. Красновы наши артисты, контактосы, которые я видел в новом исполнении, замечательно работали, молодые, потрясающие, с уникальным аппаратом. Лошади, свобода лошадей, она правда свобода лошадей. Если не буду перечислять все остальное, то, по крайней мере, те ключевые номера, которые мне запомнились, потому что в этих номерах чувствовался сыр. Наверное, все, что мы вас хотим попросить, вы, наверное, сами понимаете, не превращать сыр в театр. При всем уважении к театру, я очень люблю и театр, и большой театр, но у каждого зрителя, то есть у каждого искусства есть свой зритель. В цирк ходят другие люди. Люди, которые учат цирк, они все-таки хотят видеть цирк. Синтез, который мы сегодня увидели, это замечательно. Я неоднократно делаю синтез, и делаю его на протяжении 25 лет, синтез мюзикл, эстрада и так далее, кто видел мои спектакли. Они совершенно другие люди, они другие, они не просто классический цирк. Но все-таки они на основе цирка. И если я продюсирую, я их преподношу. Это соответственно, что же теперь синтез, эстрады, цирка, мюзикла и так далее, так далее. Это что же про ноу-хау. Это то, как вы уже начинали еще 20 лет назад, когда вы очень другие. Безусловно, значит, вы говорили, что вы очень эмоционально, замечательно. Конечно, если это было в наш огород, по поводу первых страстных камней. Ну, когда я специально шел в комплекс, без страха ты ко мне не будет существовать, вы будете всегда и страшно, и ко мне. Поэтому шахтить нас на это, мы не умеем работать по другому. Поэтому мы получаем золотого рода, но мы каждый работаем на наших шахтах и мира. И будем на это работать. Всем спасибо большое. Желаю этому коллективу творческих успехов. А по поводу ментабельности коллектива, будет он окупаем, не будет он окупаем. Мой великий продюсер, кто его знает, с которым начинала своя жизнь, Геннадий Федорович Вавилиенко, это его любимая фраза была, встретим в отказ, зритель разует рублем. Вот как только этот коллектив поедет на гастроли, вот посмотрим результаты проката. Только зритель, только касса даст нам понять. Нравится зритель или не нравится? Спасибо. Хороших слов, не очень критики. Вот, ребят, я
Только не такой зритель, как ходит цирк, другой зритель пойдет. Как ходит зритель, так, на ваших спектаклях, в Лужниках. Тут же все сомневались, многие говорили, ах, ты не пойду, пусть я не поиграю. Пошли, пошли. Я уверена, а мы не собираемся в мире дорожку. Мы собираемся работать в Москве, должно его поддерживать, да, и для этого практически.
Да, да нет, они будут куда не делаться. Я же не спорю, просто по фрейду все получается. Я не понимаю, про Геймовича, а про Тайберовича. Еще раз всем спасибо, премьеры.